Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков. Аналитики Арум Капитал». И с нами сегодня наш коллега, трейдер, управляющий активами из компании Арум Капитал, Владислав Воробьев. Владислав, приветствуем вас! Здравствуйте, друзья! Ну что, вот, собственно говоря, и началась новая рабочая неделя. Всем доброе утро, день, вечер, как обычно, по традиции. Давайте начинать. 10-е на календаре. До Нового года осталось всего ничего, и у нас пока еще есть шанс заработать в этом году. Итак, что, собственно говоря, касается нашей встречи, как обычно, для начала несколько важных слов об Arum Capital. Вспомним, что это международный брокер с соответствующей лицензией от SASEC, номер 32317. Также напоминаю, что торговля с Arum Capital 100% e-book. Все ваши сделки всегда перекрываются на реальном рынке. Также в вашем распоряжении целый ряд преимуществ. Это исполнение ордеров по лучшим ценам, максимально возможные узкие рыночные спреды, полная прозрачность торгового процесса и, конечно же, отсутствие конфликта интересов между трейдером и брокером. Также напоминаю, что в работе у нас с вами по-прежнему вся информация носит прогнозный характер, не является рекомендацией купли или продажи финансовых активов, а доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Я продолжаю делиться с вами своей точкой зрения о рынке и рассказываю, что делаю, чего не делаю и какие результаты при этом получаются. Также напоминаю, что мы используем 30-минутный таймфрейм. Есть у нас две скользящих средних, обе экспоненциальные. Одна с периодом 12, вторая с периодом 48. Взаимные точки пересечения которых продолжают давать сигналы на покупку и на продажу. Также не стоит забывать про индикаторы MACD с классическими параметрами 12-26-9. Ищем дивергенции. На вершине рынка, например, в левой части графика, на дне в центральной части графика. И краем глаза смотрим за пересечением нулевой линии, что является собой дополнительный сигнал смены направления тенденции. Ну и, конечно же, хотелось бы отметить, что это сигнал достаточно слабый, поэтому, как правило, мы его учитываем постольку поскольку. В работе основной упор делаем на графику, уровни линии тренды, в том числе и FIBA. FIBA на законченные трендовые движения прикладываем и ищем коррекции. Помните, что 38,2% и 61,8% наиболее вероятные коррекционные отметки. Не забываем также с вами и про фигуры, треугольники, кратные вершины основания, вымпелы, флаги, клинья, ромбы, прямоугольники, головы и плечи, кастрюли, они же блюдца и тому подобное. И ценовые каналы, куда ж, как говорится, без них. Каналы тоже регулярно попадаются и тоже дают нам хорошие ориентиры для входа и для выхода из рынка. Что касается, друзья, новостей, то сегодня, в принципе, все достаточно тихо. Отшумели у нас пейроллы, отшумела прошлая неделя, можно сказать, первая неделя нового месяца, и мы потихонечку будем, пару дней, во всяком случае, сегодня-завтра, ничего особо интересного не будет. В 12:30 сегодня, друзья, ВВП по Великобритании, на него обратите основное внимание, и, в принципе, больше, по большому счету, смотреть не на что. Вот что касается новостей на сегодняшний день. Конечно, британский фунт может у нас задергаться в 12:30, поэтому будьте более внимательны и осторожны. Ну, а теперь давайте начинать. Наш с вами классический торговый набор, который преследует нас уже почти год. Здесь валютные пары, банковские металлы, фондовые индексы, ну и, конечно, энергоносители. Также, друзья, нас с вами, естественно, ждут криптовалюты в середине мероприятия, а в конце инструменты по вашим заявкам. Начинаем, как всегда, с евро-доллара и давайте, собственно говоря, приступать. Итак, что касается евро-доллара. 14.55. Помните, ставили когда-то такую цель? Кто ж знал, что после стопа по треугольнику мы рванем именно туда? А в итоге так и произошло. Как видите, даже после открытия сегодня, несмотря на то, что понедельник обычно проходит в таком озирающемся режиме, можно сказать, все осматриваются после выходных, уже привел к обновлению локальных максимумов. Ну и, судя по всему, к этой цели мы придем. Понятно, что нам от этого ни холодно, ни жарко, потому что тогда у нас был стоп, после этого мы были вне рынка и просто наблюдали за происходящим. Но сам факт, вот такая вот любопытная история. По MACD покупки, по скользящим покупке, по фигурам вообще ничего интересного и нового не появилось. Если у вас, друзья, были открыты сделки на покупку, ну, каким-то образом, может, вы ждали там роста на пейроллах или еще чего-то, можно оставаться в рынке. Если у вас сделок не было, лучше по-прежнему вне рынка оставаться и просто ждать появления нормального сигнала.
Вот такие вот дела с евро-долларом. Ну, будем надеяться, что распогодится и что на этой неделе мы евро поторгуем. Знаю, что многие любят этот инструмент. А вот я, увы, пока что сигналов прямо на вход в рынок не нашел. Но еще не вечер. И неделя только началась. Британский фунт, в отличие от евро, ведет унылый образ жизни. Обращаю ваше внимание, что мы никуда вообще из боковика не вышли, также продолжаем себе топтаться, ничего при этом интересного не происходит. Что со всем этим делать, тоже ясно не совсем. Как по мне, делать ничего не надо. Ну, может быть, у вас есть какие-то свои идеи. Я пытался опять нарисовать треугольники, но тут вариантов много. Вариант с пробоем, вариант без пробоя. В общем, я понял, что по фунту пока рано какие-то фигуры изображать. Здесь одно наслаивается на другое, и в итоге вообще непонятно, что график вырисовывает. Также обращаю ваше внимание, что... по MACD у нас, я бы сказал, прилипание к нулевой линии, то есть то вверх, то вниз, как видите, волатильность никакая, и мы прижались. По скользящим тоже смотреть не на что, все переплетается. Поэтому у кого из вас тогда продажи были, помните, мы цель 26.60 выполнили, там был шанс зафиксироваться, и с тех пор новых вариантов на вход в рынок не появлялось. От британского фунта к швейцарскому франку, который наконец-то, ну, как говорят, от рук отбился, а у нас он от паритета отбился. Вот, отрабатываем треугольничек полным ходом, до 98.55 осталось всего ничего. Кто из вас продавал последний раз и уже зафиксил прибыль? Ну, помните, мы обсуждали это при отбое от паритета. Понятно, что вы сейчас вне рынка, и там и надо оставаться. А вот кто в продажах задержался, если вы рассчитывали на снижение, то 98.55 можно уже и смело подождать. А вполне вероятно, что в ближайшее время эту цель мы увидим. По MACD продажи, по скользящим тоже продажи, по треугольнику тоже продажи. Короче, везде продажи, где только можно. Надеюсь, что все-таки к цели придем, и надеюсь, что есть те из вас, у кого продажи еще открыты. Ну, меня это, понятное дело, не относится, ко мне это не относится, поэтому я могу продолжать вам только завидовать тем, кто в продаже все-таки зашел. Далее. Доллар-иена. По доллар-иене, как видите, фокус не удался с первого раза. Ну, у нас постоянно, помните, канал, только стучимся в верхнюю границу, первый раз отбиваемся от средней линии. В общем, не в первый раз это повторяется, это уже будет третий. И, как вы помните, один раз случайность, два совпадения, а три закономерность. Если третий раз сработает, начнем исследовать всю эту историю более внимательно. А пока что ждем достижения верхней границы, и если придем, можно будет рассмотреть продажи, поставить стоп за верхнюю границу и ждать нижнюю. Такие вот мысли. Но посмотрим. Пока что еще не пришли, еще пунктов 15 нам есть куда расти. Как придем, так и будем говорить. Вот. Но на всякий случай будьте готовы к тому, что здесь придется продавать самостоятельно. Ну, со стопом и профитом, я думаю, вы разберетесь. Ориентиры по профиту 111.75, а по стопу где-то в районе 112.85-112.80. То есть тут все, в принципе, прозрачно и понятно. Остается лишь дождаться, постучимся в верхнюю границу с отбоем или нет. Далее, золото. Как-то не странно, несмотря на то, что выходы из канала пока что можно трактовать как ложные, но мы растем к нашей цели. Как помните, с момента, как купили, мы от идеи не отказались. Стоп у нас оставался на 1228 и цель 1251.50. Ну что сказать, осталось совсем ничего. Потенциальная прибыль у нас здесь до $500, что в принципе неплохо. Ждем, ждем, ждем с минуты на минуту, что называется. Хотелось бы верить, что доберемся все-таки. Также обращаю ваше внимание, что у нас покупки, собственно говоря, по... MACD полным ходом, и скользящие тоже пытаются уже выйти за пределы канала. Скользящим я особо не доверяю, то есть, как видите, они искругляться сейчас начали. Такое. Ну и плюс в канале мы их обычно всерьез не рассматриваем, поэтому дополнительный сигнал. А что касается графики, ну, попытались опять пробить, как видите, но пока не закрепились выше верхней границы канала. Я думаю, не закрепимся, опять вернемся и также плавно продолжим расти, вплоть до нашей цели. Посмотрим, как оно будет. Пока мысли вот такие. В общем, кто в золоте покупает, оставайтесь. Можно смело ждать дальнейшего развития событий и дальнейшего роста.
Далее, друзья, серебро. Что касается серебра, мы давно вне рынка, как помните, но все-таки хочется увидеть, выбьем мы 14.70 или нет. Вот буквально в пятницу перед закрытием опять подошли к обновлению максимума, но скорректировались уже после открытия в воскресенье. Что касается текущей ситуации, ну, опять же, торговать негде. Как помните, мы тогда правдами-неправдами из этой сделки выходили. Кто с большим профитом, кто, точнее, с меньшим профитом, кто вообще в ноль переносил стоп. Поэтому в серебре мы в рынке не остались. Не совсем было предсказуемо, что мы опять продолжим рост. В отличие от золота, выглядело это довольно странно и неоднозначно. Поэтому с серебром мы тогда вопрос закрыли. Но, как видите, рост продолжился. Есть все шансы, что все-таки максимум обновим и 14.70 увидим. По MACD покупке, по скользящим покупке, по фигурам ничего нового. Но напомню, что старый канал отрабатывался где-то на 90%. То есть 100% цели мы не выполняли. Поэтому есть шанс, что можем и выбить. Далее, друзья, Dow. Что можно сказать про Dow и S&P? Да и вообще про все индексы вместе взятые. Началась эпоха снижения. И вот опять мы с вами будем говорить о том, что вот-вот надо бы коснуться 100% по FIBA, чтобы все-таки эти уровни удалить. Они нам толком не могут помочь никак уже, и при этом даже по большей части мешают. Потому что, как видите, цены тут живут по каким-то уже новым законам. А вот FIBA уровни хоть мы и касаемся, но постоянно то перелеты, то в одну сторону, то в другую. То есть я делаю вывод, что эти уровни уже слабеют как ориентиры, и пора все-таки от них избавиться. Но физически сделать не можем, пока не пересечем 0 или 100%. Поэтому ждем с нетерпением. Я очень хочу их уже удалить и на этом вопрос закрыть. По скользящим продаже, по MACD продаже, вот фигур новых по-прежнему, кстати, нет. С S&P та же самая история. Мы тоже скатились в пятницу. Опять же, спасибо Non-Farm Payrolls в основном за это. И картиночка один в один. Скользящие в продажах, MACD в продажах, 100% по FIBA не отметили. Ждем, чтобы отметить, чтобы FIBA удалить и опять с чистого листа начинать анализировать текущую ситуацию на индексах. Евросток продолжает снижение, ничто не может его остановить. Коррекция напоминает что-то такое флагообразное, я бы так сказал. И при всем при этом, ну, я не знаю, я не вижу здесь тоже возможности для захода в рынок. С трудом представляю, что кто-то из вас в продажах удержался. Не совсем, конечно, понятно, как древко мерить. Понятно, что хотелось бы вот так, ну, естественно, и приложить в точку пробоя, но меня смущает вот этот момент. Из-за него оно кривоватое. Поэтому, скорее всего, будем брать меньший вариант. Если это все-таки окажется флагом, то как-то вот так. Я все равно пока вне рынка, то есть, если честно, осматриваюсь после выходных, то есть не тороплюсь особо здесь зайти куда-то. И пока что смотрю на все происходящее, жду, что будет происходить дальше. Скользящие в продажах, и мы сидим в продажах, то есть, в принципе, есть шансы на снижение, но вот по графическим фигурам спорный момент. Может флаг, а может и нет. Выглядит, ну, я бы сказал, 50 на 50, его внешний вид. Такие дела. В любом случае, как бы то ни было, профит у всех у вас по Евростоку должен был быть. Продажи были, 31.12 выбили. Кто ж, конечно, тогда знал, что мы пойдем и гораздо ниже, и как минимум удвоить могли бы результаты, а если флаг отработается, то вообще учетверить его. Но пока вот так, пока вот так. Ладно, будем двигаться далее. По Евростоку, как вы поняли, я окончательно идею в голове у себя не сложил, поэтому считаю, что лучше пока его не трогать. Сам за ним внимательно наблюдаю и надеюсь, что сигнал все-таки найду для принятия решения. Далее, Никей. Никей отбился от верхней границы канала. Ну, как отбился? В пятницу это в муках происходило. Были и пробои, и тени, и все что угодно тут было. Но все-таки отбились. И сейчас стоим почти по центру. Я специально не стал продлевать канал, чтобы вы посмотрели, как плохо он работает сейчас, как хорошо все начиналось. И теперь мы имеем кучу ложных выходов. Но все-таки этого русла придерживаемся. Я считаю, что делать с Никеем ничего не надо. Лучше попытать свое счастье на доллар-иене. Да, я понимаю, эти слова звучат странно, учитывая то, как доллар-иена торгуется. Но вот сейчас картина реально такая, что с моей точки зрения на доллар-иене будет легче найти торговый сигнал, о котором я говорил, нежели на Никее.
По скользящим вроде как продажи, но если брать в расчет канал скользящий, игнорируем. По MACD продажи полным ходом. Ну, по каналу средняя линия, поэтому сигналов нет. Ну и, конечно же, нефть с природным газом. Итак, вот, собственно говоря, рывок, которого все ждали. Все-таки, друзья, финальное соглашение, к которому пришли ОПЕК, оказалось не миллион баррелей в день сокращения, а 1 200 000. Ну, если я все правильно понял и внимательно вчитался в текст. В результате чего мы получили вот такой вот рывок наверх, но при всем при этом максимумы обновить не удалось. Я делаю вывод, глядя на все на это, что рынок нефти лихорадит по сути, и единого мнения у нефтетрейдеров нет относительно того, куда дальше заталкивать цены. Я абсолютно не отказываюсь от своей идеи, что мы пойдем вниз. Вот абсолютно не отказываюсь, но сейчас непонятно когда. Это, знаете, примерно как с криптовалютами. Понятно, что у нас будет очередная ветка роста, но никто не знает, когда это произойдет. Ну, я имею в виду из вменяемых аналитиков, которые не пытаются фантазировать, что знают ответ на этот вопрос и не играют в угадайку. Никто не знает, на самом деле, когда крипта снова начнет расти и в силу каких причин, и вообще будут ли широкой массе своей аудитории известны эти причины. А вот с нефтью примерно та же картина. То есть я считаю, что мы будем падать дальше. Есть у меня такие мысли, что это решение, оно краткосрочно повлияет все равно на график. Но откуда, как и в каком масштабе, совершенно сейчас не понимаю. Предлагаю расслабиться, сделать глубокий вдох и нефть пока что не торговать. Понимаю, что очень хочется, но надо как-то свою хотелку немножко попридержать, пока не появятся нормальные торговые сигналы. По скользящим смотреть не на что. Ну, по факту у нас переплетение, и периодически мы возвращаемся в боковой канал. По MACD вроде как покупки, но понятно, что они выстрелили в такие покупки исключительно по новостям. Вот, и сейчас мы уже корректируемся, пытаемся гэп на открытие перекрыть. Вот, по фигурам вообще ничего нового. То есть канал был, но назвать это возвратом в канал можно весьма условно, потому что перед этим мы отрабатывали цель. В общем, кругом бегом, как ни крути ты эту нефть, а нормальных сигналов я здесь не нашел. Поэтому считаю, что лучше остаться вне рынка и мониторить все происходящее. При этом проявлять осторожность. А в любом случае сигнал будет, и я надеюсь, что мы его обсудим вместе, и никто из нас его не упустит. Природный газ, он же натуральный, natural gas. Что касается NG, ну, здесь можно сказать, что еще чуть-чуть и будет стоп в безубытке. Точнее, нет, в каком безубытке, вру, за новой границей треугольника. Как видите, мы тоже выстрелили вверх в пятницу, ну, понятное дело. Вот, и до 3,5. Уже остается, соответственно, все больше и больше расстояния. И при всем при этом, я думаю, так или иначе, скоро мы все останемся вне рынка. Опять же, я напомню, что по газу мне достаточно просто рассуждать, потому что я так и не торговал с тех пор, как вот тот якобы сигнал нашелся. А вот кто из вас торговал и на продажу открывался, ну, здесь, конечно, все печальнее, потому что еще чуть-чуть и будет стоп. Пока что не достали, но пока ждем 3,5. В общем, я вас предупредил, готовьтесь, что, скорее всего, из этой сделки ничего хорошего не выйдет, если она открыта. Но, с другой стороны, это и к лучшему. Если стоп сработает, наконец-то опять с чистого листа начнем что-нибудь на газе искать. Хотя, конечно, будет обидно, потому что такой потенциал, такая волатильность, но направленное движение закончилось. А вот летели-летели мы вверх, а коррекция вниз получилась достаточно вялой и плавно переросла в два треугольника. Вот такие дела. Поэтому с газом, конечно, печалька, но ничего страшного, будем ждать дальнейшего развития событий. Итак, друзья, криптовалюты. Как это ни странно, вопреки самым мрачным прогнозам, выходные на крипте были достаточно позитивные. Я, правда, сказал, что они были никакие, ну, потому что на большей части крипты образовался треугольник, кое-где образовался восходящий канал. Но в целом сказать, что там прям что-то экстраординарное или хорошее происходило, или плохое, не сказать. Вот скорее нейтральное, я бы так выразился. А биток 3,5, вот середина восходящего канала, делать нечего, скользящие переплетаются, и MACD прижимается к нулевой линии. Понятно, что в таких жутких условиях мы торговать не будем, будем ждать каких-то более-менее нормальных сигналов. Вот. Любопытно, отработаем мы ли вот этот треугольник вниз. Я пока не прикладывал цели. В любом случае, это просто спортивный интерес.
у нас сделок на продажу, напомню, не было. Но интересно будет, вот вверх мы его не отработали, получится ли вниз выбить цель. Посмотрим. Вот я за этим сейчас наблюдаю, и не с торговой точки зрения, а просто с точки зрения банального интереса. А Bitcoin Cash. Обратите внимание, как-то ни странно, сотня нас пока что держит. Да, мы периодически спускаемся ниже, потом отстреливаем выше, но в целом можно сказать, что выходные пришли в боковике, в таком очень хорошем, и по факту мы прилипли к этому сильному круглому уровню. Никто никуда особо не двигается, все чего-то ждут. Я достаточно скептически отношусь к тому, что мы надолго задержимся выше, если честно, но это мое личное мнение, я там его не навязываю. Вот. Я считаю, что падение все равно продолжится, так или иначе, в каком бы то ни было виде, что мы все-таки отойдем и минимумы обновим. Продавать на основе такого мнения точно не стоит, поэтому сам я не в рынке и тоже жду сигнала более-менее понятного мне. Скользящие начали переплетаться, и MACD начал прижиматься к нулевой линии. По итогу такая же унылая картина, как и на битке, такая же и на биткоин кэше. И на биткоин СВ, который родился после хардфорка, та же самая история, вот. Там тоже все достаточно уныло. Кто график отслеживает, видит, что вообще безинтересно. Далее. Эфир. Что сказать про эфир? Ну, особо тоже нечего добавить. Треугольничек. Да, мы скорректировались, мы отбились, но мы по-прежнему находимся ниже $100. А это печально. Вот. Если сотка нас удержит от прорыва вверх, надо ждать дальнейшего снижения, как ни крути. Скользящие переплетаются, и MACD тоже то выше, то ниже нулевой линии, то есть торговых сигналов здесь нет, они даже в гости не заходили, и надо только ждать, ждать и еще раз ждать. Далее, следующий наш инструмент – это Ripple. Тоже треугольник, здесь симметричный, очень красивенький, но от этого не легче. 30 центов. Как вы помните, год назад мы тоже стоили 30 центов, и многие раздумывали, купить или нет, после чего Ripple вырос в 10 раз до $3. Да, было и такое, многие на этом хорошо заработали, знаю я и тех, кто на этом прилично потерял. Вот. Но, тем не менее, такая вот интересная история. А еще говорят, что история не повторяется, да? Вот, пожалуйста, все просто как под копирочку. Это, естественно, небольшой сарказм в рамках нашего аналитического обзора. Понятно, что это просто совпадение, и не стоит здесь искать каких-то, не знаю, внеземных закономерностей. Вот, все очень просто, так совпало. Также напоминаю, что нам особо не к чему привязаться. Ну, треугольник, во-первых, еще не пробит, равно как и каналы и треугольники на предыдущих криптовалютах тоже не пробиты. Скользящие переплетаются, и MACD жмется к нулевой линии. Короче, друзья, делать здесь нечего, и лучше тоже просто наблюдать за всем происходящим, причем, ну, с достаточно большого расстояния, чтобы случайно не задело. Далее, Litecoin. Что касается лайта, та же самая история. Скользящие переплелись, треугольник нарисовался, MACD провалился в продаже, хотя я бы сказал, что это, ну, тоже напоминает прилипание очередное к нулевой линии. То есть никто никуда не продвигается, мы просто вверх-вниз вот так вот двигаемся без особых последствий. Что можно еще хорошего сказать про лайт? Да ничего. Равно как и про всю остальную крипту, тоже ничего хорошего, язык сказать не поворачивается. Далее, друзья, Dash. Вот где исключение из правил, так уж точно исключение. Смотрите, какой красивый восходящий канал. Он отличается от того, что есть на Bitcoin Cash, и там вообще, ну, сильно отличается. От битка он тоже отличается достаточно существенно. И рост здесь тоже впечатляющий. То есть, грубо говоря, там с $56 за 2 дня мы выросли на почти 76. То есть на минуточку так 35% роста. Хорошо, откорректировались, но опять же беда в том, что, скорее всего, это ненадолго. Сейчас мы пытаемся всеми силами протестить, либо же пробить нижнюю границу канала. Что из этого выйдет, пока не ясно. Скользящие уже начали пересекаться, и MACD пытаться проваливаться ниже нулевой линии. Поскольку я ярый сторонник продолжения распродажи, во всяком случае не вижу оснований для какой-то мгновенной остановки и разворота. Да, несмотря на кучу позитивных новостей, не вижу таких оснований. Считаю, что инерционность этого движения еще сохранится. Ну, точно так же, как по инерции несколько месяцев покупали в прошлом году, загоняя цену к
небесам. Точно так же по инерции продолжают и продавать. В этом году спуская цену все ниже. То есть какие-то объективные факторы влияют достаточно слабо на этот процесс. И на текущем этапе я продолжаю выискивать краешком глаза возможности для распродажи. Если канал пробьем, то на Dash буду смотреть очень пристально. Есть шансы, что продам, ну, как минимум с целью ширины канала в точку пробоя, а как максимум обновление минимумов и достижение там отметок 55 и ниже. Пока что мысли вот такие. Но сейчас вне рынка, следите за графиком, сигнал может появиться в любой момент. И Monero тоже порадовала симметричным треугольником. Ну, порадовала в кавычках, естественно, треугольник не пробитый, мы находимся ниже уровня $50 за монету, скользящие переплетаются, смотреть особо не на что. По MACD продажи, по скользящим ничего. Хотя по MACD, опять же, тоже продажи весьма условные и в кавычках, потому что можно и сказать, что это просто прилипание к нулевой линии. Никто особо далеко не продвинулся. А, вот. Хорошо, с Monero разобрались. Теперь, друзья, следующий наш инструмент, а точнее группа инструментов, это инструменты по вашим заявкам, по заявкам зрителей UTrade TV. Что касается, друзья, этих инструментов, здесь я бы сказал, что еще по некоторым даже печальнее, чем на криптовалютах. Ну, первый такой представитель – это австралиец. После того, как мы благополучно выполнили 72.50, обратите внимание, что по странному стечению обстоятельств, опустившись всего лишь там чуть-чуть ниже, пунктов на 30-40, мы начали рисовать какие-то непонятные боковики. Скользящие сразу начали переплетаться, и MACD прижался к нулевой линии. Короче, для меня все признаки того, что цель отработали, ну, плюс-минус, опять же, какая-то инерция у движения была, и дальше все. Цели выполнены, отторговали, куда торговать дальше, не совсем ясно. Может быть, и в другом причина, но так выглядит достаточно стройная эта картинка. Я для себя объяснил так. Что делать с австралийцем? Ничего. Я вот сегодня с утра за ним смотрел, и гэп вроде перекрыли, и скользящие начали пересекаться, и MACD даже вынырнул опять выше нулевой линии. Потом так поанализировал, попытался канал изобразить, в итоге отказался от всех идей и понял, что смотреть пока не на что. Да, за австралийцем можно поглядывать, сигнал может появиться, но пока что ничего. Новозеландец. Примерно такой же красавчик, только здесь еще хуже. Потому что как такого движения вниз, которое можно было спрогнозировать, не произошло, и мы просто остановились. Опять же, с утра у меня были мысли с расходящимся треугольником, и канал я пытался сюда пробитый притулить, ну вот не тулится. Никаким образом скользящие уже начали переплетаться активнее, чем на австралийце, и мы сидим, ну, я пока что назвал это все равно прилипанием к нулевой линии. Поэтому, друзья, что касается новозеландца, тоже все достаточно печально. Торговать здесь особо негде и смотреть тоже особо не на что. Далее, следующий наш инструмент – это доллар-канадец. Доллар-канадец отреагировал бурно на пейроллы, как вы видите, укрепился хорошенечко. Ну и после этого ничего не происходит. Опять же, как-то не странно, я хоть и по новостям не торгую, но в плане пейроллов и новостей, которые были в пятницу, канадец оказался просто идеальным кандидатом, чтобы обкладывать рынок ордерами с двух сторон. Просто красавчик. Вот ни больше, ни меньше. Начиная с открытия рынка в пятницу, мы стояли в невероятно узком боковике. Просто вот готовились заранее. И пробив все, что можно пробить, полетели просто камнем вниз и... Прямо на новостях, буквально там за полчаса, можно было получить неплохой результат. Я, понятное дело, никого не призываю постоянно торговать по новостям. Плюс заранее никогда не угадаешь, какая валюта поведет себя вот таким вот классическим образом, что подойдет под тактику обкладывания ордерами. Но здесь просто постфактум можно отметить, что для новостного трейдера картина просто была идеальной. То есть вот к ней не прибавить, не убавить. А вот. Что делать сейчас? Скользящие в продажах, и MACD в продажах, фигур новых нет. А пытаться здесь работать вверх или вниз, ну, угадать, или это точка разворота, или продолжение, я бы не стал. Поэтому по канадцу остаюсь вне рынка. Впрочем, как и обычно, канадец, как вы знаете, не мой основной инструмент, равно как и евро-канадец, который мы смотрим на следующем слайде с вами. И здесь тоже явно видно по графику, что в пятницу победил именно канадский доллар. Он больше всего влиял на движение кросс-курса, был основным драйвером процесса. Сейчас по скользящим смотреть особо не на что. Переплетения начались по MACD.
то покупки, то продажи, фигур по-прежнему новых нет. В общем, как вы догадались, тоже вне рынка. Ну, я предупреждал, с инструментами в конце встречи тоже все печально, там особо смотреть не на что, хотя есть один, который радует. Хотя, ну, можно даже сказать, даже два, которые радуют. А дойдем еще до них, их остается все меньше, поэтому вот-вот уже будут инструменты, которые хорошо себя с прошлой недели показывают. Мексиканский песо вниз, вниз, вниз. Началось укрепление мексиканской валюты, ну, понятное дело, после пейролов там не укреплялся, только ленивый против доллара, поэтому такое. А по скользящим продажи, по MACD продажи, но фигур по-прежнему никаких. А у меня была мысль, что флаг образовался в пятницу, я как раз вечером заходил уже после пейролов, смотрел, что происходит, но в итоге как-то от этой идеи я отказался. Посмотрим, куда мы придем и правильно ли я сделал. В любом случае, на момент, когда я увидел, входить уже было поздно. Такие дела. Турецкая лира. Вот где, в принципе, все хорошо. Мы в продажах, я напоминаю, с прошлой недели. У нас есть стоп 5.43 и есть цель 5.17.80. И мы ждем, 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 ждем. И будем ждать, пока не отработается. А вот на турецкую лиру у меня большие планы. Как вы помните, я этот инструмент полюбил. Появился он благодаря вам, но надеюсь, что любовь к турецкой лире у нас всех стала взаимной. Как-то ни странно, совсем недавно выяснилось, что довольно техничный инструмент, когда на рынке все спокойно, когда нет каких-то потрясений, когда в Турции опять что-нибудь не происходит, никто не планирует никаких митингов, переворотов и прочей истерии, а турецкая лира вполне себе неплохо торгуется и подчиняется тем же законам, что и другие инструменты. Это весьма радует. На текущем этапе, ну, опять же, в зависимости от того, где вы входили, как вы помните, тут было два шанса. Первый сразу по факту пробоя, второй на откате. Можно было прибыль увеличить раза в два практически потенциально. А вот в любом случае вы сейчас в плюсе, просто вопрос в большем или в меньшем. А стоп остается там же, цель остается там же, и мы ждем. Понятно, что мы можем развернуться и прийти к стопу, то есть, может, мы рано радуемся, но сейчас все выглядит очень хорошо, и скользящие опять в продаже подались, и MACD не может вырваться выше нулевой линии. Короче, в принципе, турецкая лира радует. Надеюсь, что обрадует полностью, и цель мы отработаем. Пока что можно сказать, что все сделали правильно, а там дальше будет видно. Доллар-рубль тоже реагировал бурно на новости, как видите, укреплялся, все дела. Ну, недаром мне не очень понравился выход из треугольника. Как видите, беда пришла оттуда, откуда не ждали, а именно со стороны пейролов. Вот, и это привело к движению в противоположном направлении. В случае, если бы покупки мы так и сделали с вами, естественно, к срабатыванию стопа. Или стопа, кому как удобно. Вот. На текущем этапе скользящая вроде как в продажах, хотя я это все игнорирую, и MACD тоже игнорирую, все эти тоже большие распродажи. Все на новостях произошло, смысл смотреть на индикаторы. По рублю считаю, что по-прежнему лучше всего быть вне рынка и мониторить ситуацию. И опять же, хотелось бы удалить FIBA уровня, но пока нет никаких шансов, что в ближайшее время мы это сделаем. И, друзья, замыкающий наш инструмент – это индекс доллара, где у нас были повторные распродажи, как вы помните, со стопом 97.20 или чуть выше, и той же самой целью, что и в первый раз – 95.95. От 350 до 700 долларов потенциальная прибыль, и вот, собственно говоря, приятный момент. Пятница нас порадовала снижением, были попытки коррекции, и вот сегодня, с открытием понедельника, мы продолжаем падать. Поэтому, если вы продаете этот инструмент тоже в позитив, вот я вот буквально недавно с другом обсуждал ситуацию по индексу доллара, и у нас мнения разошлись. То есть мне индекс доллара в последнее время вообще никак не нравится, то есть мне кажется, что он абсолютно не техничный и живет своей жизнью. А вот у моего знакомого мнение совершенно другое, наоборот. И сделки по индексу доллара есть, и его все устраивает. В очередной раз убедился, что зависит тоже от точки зрения, там, от опыта, от того, какие методы используются, ну, короче, от абсолютно многих факторов, которые не могут совпадать у разных людей. Поэтому тут такое. Мое мнение, что да, как-то он в последнее время себя нетехнично ведет, и движения какие-то рваные, ну, такое.
как-то странно выглядит. Я вне рынка, как вы понимаете. Вот. А что касается вот альтернативного мнения, я вам его озвучил. То есть, да, закономерности тоже можно найти, поэтому не факт, что у вас такая же точка зрения, как у меня. Вполне возможно, по индексу доллара есть продажи, есть те из вас, кто держит, и в итоге там 95-95 мы обязательно увидим. Пока что продаем. Ждем, что из этого получится. И что ж, подведем итоги. Понедельник, друзья, только начался, рабочая неделя только началась, а наша с вами информация, которую мы рассматриваем, по-прежнему продолжает носить прогнозный характер. Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем, не забывайте об этом. Ну и, конечно, я продолжаю высказывать исключительно свою точку зрения. Уж поверьте, мне ее никто не навязывает. Поэтому надеюсь, что вам тоже никто свое мнение навязывать не будет, и вы всегда будете принимать свое решение, руководствуясь, конечно же, разнообразной аналитической информацией. Это самый, ну, я бы сказал, верный путь к достижению успеха. Также напоминаю, что вы можете зарегистрироваться уже сейчас на сайте roarumcapital.io, открыть свой торговый счет и начинать торговать. Регламент, условия, методы, принципы, правила – все это на сайте есть. Читайте, познавайте полезную информацию, торгуйте и зарабатывайте. В конце нашей встречи я с вами не прощаюсь. Мы встречаемся завтра. Это 11 число в 11:00. Снова странные совпадения, но тем не менее, как есть. Каждый месяц такое совпадение бывает практически. В завершение нашей встречи я с вами не прощаюсь. Если у вас есть какие-то вопросы, я в чате, задавайте, пожалуйста, с радостью отвечу. Если кто будет столь любезен, чтобы поделиться своим мнением о каком-то рынке, тоже будет интересно почитать, какие у вас мысли, у кого какие сделки и как в целом проходят торги. В общем, всем спасибо. За сим ставим точку с запятой. И я смотрю в чат очень внимательно. Хорошо. Спасибо большое, Владислав, вам за ваш обзор. У меня вопрос. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы в чате можно писать. А у меня вопрос по пейролам в пятницу. Вы сами, я вот не уловил из вашего рассказа, вы сами поучаствовали в этом мероприятии? Не, я ж по новостям не торгую. Я уже в возрасте, нервная система расшатана, ну, куда? Я понял вас. Ясненько. А когда началось движение, вы стали входить куда-то? Или вообще, и даже после объявления результатов? Не, я видел уже по факту. Вечером открыл график и посмотрел, что там было. Ясненько, понял вас. Хорошо. Владислав, какие планы на эту неделю, на ваш взгляд, будет активной? Честно, тяжело сказать, не знаю. Вот понедельник как-то не очень странно он начинается, но посмотрим, распогодится ли ко вторнику. Я понял. Вот через две недели я буду ванговать 24 декабря, утверждать, что рынок будет малоактивным, поскольку Рождество, это несложно предугадать. А мне кажется, эти две недели, наоборот, будут поактивнее торговать, чтобы к Рождеству показать результаты, и наоборот, будет хороший оборот. Я, например, ожидаю высокую активность вплоть до следующего, ну, до понедельника, 24 декабря. Я надеюсь, что ванга из вас будет лучше, чем оригинал. Вот. И ваш прогноз сбудется, и мы эти две недели хорошенько поторгуем и заработаем. Потому что, если честно, прошлая неделя, она меня так немножко выбила из колеи, потому что я давно ничего такого депрессивного не наблюдал. И очень хотелось бы опять активно вернуться и погрузиться во все происходящее. Будем надеяться, что будет во что. Здорово, здорово. Ну, у нас появились новые индикаторы. Мне подарили кружку Just Do It. Точка попозже. Это такой, знаете, новый логотип у нас у Александра Швенкова из Брянска. Вот, я полностью в этом участвую. Так что я выпью чая из этой кружки и будет, все будет. Но так можно кружку увидеть или она пока не у вас? Можно, она уже на полочке стоит. Нет, сейчас. Сейчас покажу. Это ж интересно. Конечно. Вот, снял с полочки, друзья. Вот эта кружка. Сейчас. И вот логотип, который украшает ее маечку. Сейчас дует попозже. Отлично. Просто. Шикарно. Ну и здесь Александр Швенков написал, что
это понимание рынка от вольного трейдера, это его псевдоним, и Игорь Суздальцев. Вот. Ну, вот молодец, Александр. Креативно. Прямо в точку бьет. Так что, друзья, мы идем дальше, чем фирма Nike, потому что... Потому что они до сих пор не знают, как правильно латиница и писать русские слова. Это очевидно. Не то слово. Даже слово «балалайка» неправильно произносят некоторые. Вот. Ну что, друзья, спасибо большое еще раз вам, Владислав, за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Я смотрю, в чате вопросы появились. Могу ли помочь разобраться в МТ-5? Ну, если зададите конкретный вопрос, помогу, но, на мой взгляд, МТ-5 от МТ-4 почти ничем не отличается, то, кроме визуального дизайна. Вот. И демку открыли, я понял. Вот. Ну, подготовьте вопросы на завтра, я смогу показать, там, что непонятно. Вот. Потому что так, помочь разобраться... Это слишком общее. Вот так вот. Ладно, друзья. Владислав, я вам переведу с ютрейдовского языка на русский. Трейдер-колдун Руслан Улимаев открыл никакую не демку. Он открыл реальный торговый счет. И просто хочет от вас получить дополнительные торговые сигналы на халяву. Вроде демка, а на самом-то деле везде реал. И, друзья, Руслан Улимаев грозится. Я, говорит, с этим реальным торговым счетом, как сейчас зайду на конкурс, и как зайду, выиграю у вас этот iPhone. Да. Мы с радостью отдадим iPhone в хорошие руки, потому что он ищет хорошего хозяина. Еще, правда, он еще не участвует, друзья, в конкурсе, но я думаю, скоро, как узнаете. Вот. Ну, а то, что Руслан начал изучать МТ-5, это уже хорошо, тем более я согласен с Владиславом. Руслан, что там изучать? Что там подсказывать? Абсолютно то же самое, только некоторый функционал дополнительный. А так, все... Алексей пишет, а не погорел ли у колдуна iPhone? Я-то знаю, в каких он позах. Не знаю, я еще не в курсе, что Руслан участвует в конкурсе или нет, я ничего сказать не могу. Он, по моей информации, он еще в конкурсе сделок не совершал. Все, спасибо большое, Владислав, вам хорошего дня, удачи на рынке и хорошего настроения. Я верю, спасибо большое. Эта неделя будет гораздо живее. Да, Игорь, большое вам спасибо за пожелания. После выходных я действительно так немножко приободрился, взбодрился. Вот, и как видите, потихоньку прошлая неделя отступает. Действительно, будем надеяться, что это будет хороша по всем фронтам. Всем, друзья, удачи, увидимся завтра. Всем тоже хорошей торговли. От себя отражаю эти пожелания на всех на вас. Удачи, увидимся. Спасибо, до свидания.